Это курорт, называется Чернодеревенские грязи. Вот у нас тут в грязях ванны грязевые девушка принимает. Да, оздоравливается, значит, чтобы свежее быть и красивее. Манечка, Манечка, детка. А вот так вот. Мы были посланы культурно в пеший поход, в эротическое путешествие. Ну, собственно, оно и понятно. Девушка на отдыхе, а мы тут ей со своим интервью мешаем. Манечка, вы прекрасны, Манечка. Манечка. Как любая женщина, Манечка любит комплименты. Манечка, у вас самый прекрасный пятачок из всех, что я в жизни видела. Честное слово, я вам не льщу. Манюша, Манюшенька, ну отдыхай, отдыхай. И жопная антенка у нас, вот, крючочечка, все как положено. Эти девушка это сама оздоравливается, чтобы шерсть была шелковистая и густая. Манечка, пока!